the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like a ceiling can. Фух, ребята, всем привет. Мы, как обычно, я Лёплый. И сейчас у меня нет скина, но это не важно. Фух. Так, надо спасти мир от вот этой вот бомбы, которая уже в процессе строительства. Надо поскорее уничтожить вот этих вот всех червячков и сделать, знаете как, вот так вот. Просто вот так вот бан, и все им. Вот так вот бум. Вот, получай. Вот так вот, давай, получай. Да. Фух. Кто открыл ворота? Очень жалко. У них еще что-то... Вот так вот, это бомба в процессе строительства. Я не должен позволить этому, чтобы она взорвалась. Я вернусь к вам через 3, 2, 1. Или без паники. Это всего лишь эвакуация. Полиция сказала, что надо эвакуироваться. Давайте. Эвакуация, спасайтесь. Мне так кажется, что это не самая лучшая идея. Да, ребята? Это не самая лучшая идея, и я летаю из-за небесных мечей и щитов. И теперь надо понять, откуда же идет эта бомба. Я к вам вернусь через 3, 2, 1. Помните, я вам говорил, что здесь есть кнопка? Так вот, я на нее не буду нажимать, возможно, великое зло уже здесь. Оно прибыло куда-то оттуда, из неба. И оно вот так вот сделало, вскарабкалось, то есть сделало какую-то вот такую вот, типа, лестницу. И оно строит для себя огромное логово. А это логово как раз-таки для таких, как я. Возможно, я должен взорвать эту башню, чтобы она не приблизилась очень близко к земле. И тогда бум! Весь этот город просто бомбанет. И тогда все будет очень плохо. Но я вернусь к вам через 3, 2... Жители, кажется, начинают понимать то, что это конец. То есть, возможно, то, что они построили эту бомбу, потому что им надоело здесь жить. И им надоело то, что я здесь. Но ничего страшного, ребята. Я вернусь еще когда-нибудь в эту деревню, если ее не разнесет. Да, ребята, это будет очень страшно, если вдруг деревня просто бомб, множество десятков жителей, жизни, жителей погибнет. Вот даже какой-то мальчик потерялся, а нет, даже чувак нашел себя. Ну а я вернусь к вам через 3, 2, ребята. Я просто шел, зашел в этот вот домик, обследовал здесь все. А тут вот так вот бац, и появились какие-то нехорошие зомби. Так, надо скорее сматываться, пока они меня не видят. Так. Хотя, давайте-ка вперед! Что вы там еще свои такие крутые? Их слишком много. Я, кажется, один не справлюсь. Мне нужен голем. Но голема здесь нет. Ёлки-палки, хорошо, что вы не умеете доставать меня через забор. Или вот так вот. Эй, зомби, вы не можете меня догнать? Потому что у меня есть небесные способности. Ха-ха, у вас таких нет. Так, ребята, я снова здесь. И вот так вот я, значит, десантируюсь. То есть, вот так вот десантируюсь. Опа! Так, водичку. И вот так вот хоба! Здравствуйте! Так, вот так вот, значит, с тобой мы быстро расправились. Так, внезапно. Так, надо как-то вот так вот неожиданно. Вот так вот. Блин, здесь много их. Они меня могут так быстро спалить. Так, знаете, делаем как-то вот так вот. Угу. И, значит, делаем как-то, ну, вот так вот. Забираемся вот сюда, шумки. И вот так вот бам! Бам! Вот так вот тебе бум. Так, вот так вот забираемся по лестнице. Вот так вот это все делается, да. И я нахожусь в обсидиановом кубе. Этот куб поможет всем жителям спастись. Но это не точно, потому что обсидиан может немного расколоться и сломаться. И сейчас я просто вот так вот делаю небесным путем.
Так, вот так вот, на, вот так вот, получайте. Ай, они кусаются, вот, зомби совершенно, так и есть. Так, давай, я смогу это все сделать, спасти этот мир от таких злодеяний, но это не точно. Крипер, привет, до свидания, Крипер. Возможно, как раз таки зомби впустили этих червей сюда. Но это не точно. Или точно. Так, используя свои небесные способности. И вот так вот, бам! Вот это да! Паук, кажется, контролирует все. Так, вот так вот, с одного удара его. Просто вот так вот, бум! И монстры, кажется, захватили этот город. Ладно, ребят. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то жми сюда царский лайк и подпишись на канал, если вдруг еще не подписан. А то, что следует топовые комментарии, еще не до встречи. Пока!